Ситуация с дорогами у 30-й школы на Деповской пока что печальная. Подрядчик не успел закончить ремонт и нанести разметку на пешеходный переход. 1 сентября – день знаний. Кто-то идет в школу первый раз, кто-то с радостью, кто-то с грустью, а кто-то с риском для жизни. Причина тому – незаконченный ремонт тротуаров и отсутствие пешеходного перехода. Эта проблема давно беспокоит орловчан. По словам жителей, на этом участке уже были ДТП с участием детей. Здесь должен быть и полицейский. Все как положено, как на всех переходах. Это школа. Здесь даже и дети погибали, поэтому здесь должно быть все. Чтобы поход в школу для детей был безопасным, молодая гвардия устроила небольшой перформанс. Ребят через дорогу переводили волонтеры. Шли не по зебре, а с зеброй. Мы сегодня объясняли детям, что если нет разметки, то нужно смотреть на знаки, обязательно смотреть по сторонам. Ребят, хорошего вам дня. Давайте мы вас проводим в школу, пожелаем вам добра. Спасибо. Вот, хороших оценок, чтобы все у вас было прекрасно. Давайте, пойдем. Волонтеры сделали рискованный переход через дорогу безопасным и веселым. Разметку и тротуары в этом месте, по их словам, сделают совсем скоро. А пока активисты молодой гвардии будут присматривать за ходом ремонта на перекрестке. Карина Лаврушина, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной».